Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас 10 марта. Температура почти 0 по Цельсию. Как вы видите, снег идет. А вчера у нас было, ну, можно сказать, погода была как поздняя весна такая. По Цельсию плюс 16, плюс 17. А сегодня вот такой вот снег. И вообще ночью намечается мороз такой, ну, по местным нашим меркам, довольно-таки крепкий. И снег будет идти полдня. Ну, правда, вот не такой огромный, так, мелочь, но все же будет идти. Вот так и живем. Такая вот странная погода у нас. Ну, зима-то все еще как бы продолжается. Еще даже на следующей неделе вроде какой-то снежок должен пойти будет. Но не страшно. В общем, что тут происходит? А, просто очередь на светофор какая-то здоровая. А батарейка-то на самом деле на камере заканчивается. Так что, возможно, даже повернуть не успею. Как видеокамера просто выключится и все. Ну, точно повернуть не успею. Вон уже красный свет. Сейчас пока постоим, и все, на этом все закончится. Интересно вообще получается. Вчера я ходил, можно было даже без куртки на улицу выходить, но если ненадолго. А сегодня опять свитер,